Здравствуйте, мальчики и девочки, а также их руководителя. В этом видео мы поговорим об обязанностях, об отношениях, ну и о журналах табелей, кто как ведет, что записывает. В общем, смотрим. Сижу я тут вот, ворота делаю. Ну и вспомнил то, что хотел же видео записать. Просили по обязанностям. Что там входит в обязанности, у кого что не входит. Ну тут тема такая, обширная. Тут некоторых послушаешь, что некоторые, портянки не стирают за кем-то. И борта отмывают. И машины сами ремонтируют. Не, ну это, конечно, хорошо, когда ты умеешь все это делать. Мы тоже там по мелочи можем что-то сделать. Но нас в этом не принуждают. А если машина сломалась, нужно ее срочно починить, и кто-то ее знает, как починить, то этот человек, когда чинит, ремонтирует машину, то ему за это финансовое вознаграждение идет. Ну, не будем сейчас говорить, кому сколько что платят. Зарплаты, там, финансовое вознаграждение. Но, в общем, не обижают. У нас руководство еще лояльное. Поэтому и люди держатся, и работают, и как бы не капризничают. На многих полях люди меняются один за другим, потому что, блин, вообще... Отношения скотское. Вроде зарплата, вот у меня знакомый есть, он ушел сейчас с работы. Все было хорошо, платили хорошо, все. Руководство сменилось, все, начало дрочево. Сняли зарплату, там урезали. С белой половину сделали черной. И ладно, фиг с ним, они были готовы работать дальше, то что и зарплату там урезали. Ну, бля, то, что отношение такое, они заставляют вот это пересменки, блядь, вот, ну, настолько дотошно, чтобы каждый друг друга дрочил, блин. Борта вот эти вот черные, то, что я вам в прошлом видео говорил, там, короче, их заставляют даже каждую смену черкаши эти, блядь, стирать. Ну, это, блядь, до чего уже? Я не удивлюсь, если они еще стекла будут мыть там. Раздевалки убирать за хоккеистами. Ну нахера, конечно, блять. Нахера им клининг нанимать, если можно. Я не знаю, как они там, ну, в разных точках тоже по-разному. Мы, у нас, по крайней мере, мы работаем ледоварами, айсмейкерами, блин, заливщиками. Кто как хочет, пускай называют. Ой. В наши обязанности входит, что это лед. Следить за состоянием льда. Наращивать, подрезать, заливать. Температуру регулировать. Ворота, если там сломались. Вот как я вот делаю сейчас вот ворота. Сеточку поменяли. Подкрасили, отбойнички там, ну все, как в общем. Не спеша, никто не тебя не гонит, там нужно вот прям вот сегодня все это сделать, все. В общем, это по... Что там еще входит в обязанности, господи? Вспомнить-то. Мы как пожарные. Пожар есть, идем, тушим, работаем. Так же и мы. Мы работаем по расписанию. Заливка есть, вышли, залились. Нет заливки. У нас есть комната отдыха. Отдыхаем, никто нас не дрочит, блин, все. В общем, ну, вот многое от руководства многое зависит. Вот если даже вот здесь платят не так уж много, я вам скажу. Но отношение еще более хорошее. Поэтому, как бы, людям это устраивает.
чуть-чуть там где-то подороже платят, все, они думают, что они там пизда, блядь. Люди будут сидеть, держаться просто на одном месте, если им там на 1000 больше платить. Да нихера подобного. Люди будут сидеть там, где им комфортнее, где отношения будут нормальные. Ладно. А, по этому. Как его? По табелям. Как мы смотрим? Следим за моточасами, за бензином. Вот у нас есть такой вот журнальчик. Вот он. Вот журнал. На почерк не обращает внимания, у всех директорский почерк, почерк директорский, все начальники или врачи. Короче, вот, число, фамилию записали, смену принял, смену сдал. Здесь у нас остаток в баке бензина. Здесь мы пишем, сколько бензина залили в литрах. А, здесь моточасы пишем. Ну и роспись. Вот, второй журнал у нас есть. Я вам сейчас попозже покажу. Зайду, это в комнате отдыха. Мы там записываем, кто когда залил поле шлангом. В общем, все работы дополнительно там на полях, там как там, пуск, пофиг, хоть колесо ты, блин, помыл. Все записываем. Сходил посрать. Записал. Ну, это так образно. В общем, работы все мы записываем. Здесь у нас, не обращать внимания, вот это вот говнище вот такое вот. Это из-за того, что у нас вот эти вот полы такие, они вечно съезжают. Вот. Они квадратные, мозаика это. И они, когда колеса выкручиваешь, оно вот вылазит. Такую вот хрень. Поэтому сверху накрывает. Потом это в конце смены, когда сдаем, все поправили, машину заправили, соль проверили. Ну вот так. Ну сейчас я пока поставлю на паузу, там дойду. Покажу второй журнал. Комнату отдыха нашу покажу, если кому интересно. Вот. Сейчас зайду там, наверное, как всегда, спят все. Они? Ава. Не, не спят. Все где-то шатаются. Да, сейчас я, 2 секунды. Засниму, тут просили, как мы журналы ведем. Тут вот, ну, в общем, вот такая у нас комната отдыха. Маленький телевизор, маленькая микроволновочка, маленький чайничек, холодильничек, шкафчики. Это моя пропердевшая, мое пропердевшее место. Это у меня лежу, отдыхаю. Здесь вот Рома сидит, отдыхает. Да, работаю. Здесь Евгений у нас весь диван пропердел, так же, как и я. Так, а, журнал. По журналу, по второму. Вот у нас тут еще несколько журналов. Это уже... Да. Да, это вот, вот этот журнал, который я вам говорил. То, что мы здесь записываем уже чисто... Вот. Допустим, любая вот замена ножа, работа по расписанию, бортподрезная, все поля, то есть какие поля сделаю. Ну и вот... Такой вот текст. В общем, все работы, какие делаем, все записываем. Чтобы потом не было претензий, что одни работают, другие не работают. Ну, в общем, все. Я пошел ложиться работать. Всем удачи. Ой. Пока.